В 65 многоэтажных домах заменят кровлю. Капитальный ремонт в них стартовал в мае. В 25 работы уже завершили. В остальных закончат к началу отопительного сезона. Жильцы благодарны. В доме номер 21 по улице Серегина ремонта кровли ждали давно. Дом 72-го года как бы постройки, поэтому, соответственно, да, 50 лет эксплуатации сказываются, и проблемы с крышей везде повсеместно. Очень много квартир оставляли заявки, делали, да, управляющая компания периодически пыталась латать, как бы устраняли проблемы, но все равно уже все, срок подошел, видимо, крыша, износ приличный. В последние годы программа капремонта позволяет проводить работы в многоэтажках поэтапно и переносить сроки реконструкции на более ранние. Например, в доме 8В на Ольшанского капремонт был запланирован на 2025 год. По просьбе жильцов крышу отремонтируют уже в этом. Уже произведен фактически везде демонтаж, пайку наплавляемого слоя делаем, укладку ваты, заделка швов. Часть работы сделали уже, больше половину крыши уже, готовимся к основательной стяжке. На этой неделе уже будут приезжать стяжечники и готовятся к выходу. В регионе планируют обновить почти 200 многоэтажных домов. Подрядчики заменят кровлю, устранят неисправности систем тепло- и водоснабжения, утеплят подвалы и фасады домов. Погодные условия не дают расслабляться. Вы видите, у нас то резкий перепад температур от сверхвысоких до градовых осадков, каких-то ливневых осадков. Приходится подстраиваться. Мы обеспечили круглосуточное дежурство персонала на каждой из кровель, чтобы минимизировать залития. Но все равно они есть. Их ликвидируют управляйки и подрядные организации. Гарантия 5 лет на все виды работ. В случае выявления дефектов ремонтные бригады устранят их за свой счет. Кристина Горлатых, Сергей Дорохов. События дня.